Так, давайте мы разберем звук в логотипе. Предлагаю сначала посмотреть. И сразу скажу, что практически все, ну, за исключением одного файла вот этого, записано на обычную гарнитуру. Да? То есть ничего здесь сверхъестественного нет. Ваша задача будет создать что-то в этом духе, не обязательно там на гарнитуру, вы можете записать инструменты, использовать библиотеки, я про это скажу на формулировке домашнего задания. Давайте посмотрим. И потом разберем все элементы, и вы убедитесь, что за счет обработки можно просто вообще до неузнаваемости звук изменить. Угу. Теперь по элементам. Есть такой, ну, у меня такой вариант быстрой работы. Что это значит? Ну, во-первых, я голосом прям я беру первый попавшийся микрофон, гарнитуру и расставляю акценты. То есть, вот у меня видео. Так, секунду. Я смотрю его без звука, разумеется, там нет звука. То есть звук мне надо сделать. Я вот отмечаю яркие моменты, вспышка, да, можно поставить маркер. Еще одна какая-то всплеск, вспышка. Окей, еще один маркер. Вот здесь опять движуха какая-то. То есть можно маркерами делать, ради бога. Второй вариант, который мне ускоряет лично процесс в разы, я просто записываю голос. Я, к примеру, посмотрел фрагмент. Тун-тун-тун-тун, да? Все, вот я прям записал сейчас с гарнитуры. Кстати, видите, румтон звучит. Можно ну, сразу, чтобы было более синхронно. Ну, я даже как-то попал. Да, окей. Оставил, пока бросил, дальше иду. Еще что-то записал голосом. И так прохожусь по всему файлу, и вместо маркеров у меня уже звуки. И потом я могу заменить эти звуки библиотечными. Да, я уже слышу характер, где какая динамика, где какой акцент. То есть в 100 раз быстрее, чем маркеры. Ну, расставили вы маркеры. На маркере непонятно, что там происходит. Ну да, какой-то акцент. Здесь в 100 раз быстрее, не надо для каких-то специальных знаний оборудования для этого. Дальше что я могу с этим сделать? Поменять этот материал, заменить его какими-то эффектами. У вас в материалах будут спецэффекты, которые вы можете использовать. Можете использовать свои, конечно же, но я себе усложню сейчас задачу. Я покажу, как можно обработать то, что вот я понашикал тут. Да, вот так, например, какой-то был вариант. Можно потом отобрать. Какие-то из них оставить. Самая простая операция — это изменение питча. То есть я сделал звук выше и повторил несколько раз один и тот же фрагмент и изменил панораму. То есть звук будет прыгать по панораме. Опять сразу сопоставляйте, в монтажке можно это сделать или нельзя. Ну, вот так вот можно сделать, просто дольше будет. Вот. Это звук в оригинале был таким. Сейчас вы будете удивлены. Вот, исходный звук я взял. Вот. Я просто его сильно-сильно сделал выше, изменил питч. Вот. Вот такой эффект создал. Дальше. Следующий трек, что тут у меня. Тоже голосом что-то записано. Какие эффекты применены? Дилей, да, это мультиэффект. Было изначально записано вот так, сейчас покажу. Вот. Да, ну, слуши, прям.
Стало вот так, когда я сделал pitch на минус 14 полтонов. Вот. И добавил мультиэффект процессор, он называется Тантра. Дмитрий Чес, Тантра. Здесь его в чем суть? Очень много эффектов организовано в одном плагине. Да? Здесь есть и фильтры, и дисторшн, и лоу-фай блок такой он делает. С низкой битностью такой скрежетащий звук характерный. Фленджер, тремоло, дилей, гличер. Это когда тут-тут-тут-тут какой-то фрагмент повторяется. Вот. И это секция A, секция B. Фильтр, дисторшн, фленджер, то же самое. Дилей, с разными настройками они могут быть. Да? Секции независимы между собой. Более того, здесь есть секвенсор. То есть это в какой момент времени у меня будет запускаться тот или иной эффект или изменение параметра какого-то эффекта, либо группы эффектов. Здесь есть пресеты. Вам, ну, если не хочется разбираться во всем этом, вы можете просто использовать пресеты, коих тут масса. Есть расширение, дополнительные пресеты. И смотрите, как было без него. Да, и с ним. Он сразу создает, во-первых, объем. Акценты он уменьшает. Ну, я их добавил дальше в следующих треках, которые разберем. Смотрите, следующий трек pitch минус 31. Во. Да, сымитировал такой взрыв. Здесь что стоит? Ну, это тоже все за счет питча, только изменение звука. И на треке эквалайзер. Давайте я его заменю, просто здесь установлен другая версия плагина. FabFilter, третья версия уже. Так как я очень низко опускаю высоту, изменяю питч, у меня могут появляться лишние низкие частоты. Вот, особенно здесь, да, их можно ослабить. Если хочу подчеркнуть здесь какой-то, или резонанс ослабить, пожалуйста, все это в наших силах. Дальше. Я прям по порядку треки, чтобы не пропустить. О, дрон. Давайте сделаем... Я точно помню, что я его делал так, таким же образом. Наверное, я что-то помычал. Ну, давайте сделаем. Так, запишем. Изменяю питч. Да. Можно еще даже пониже. О, это очень низко. Так. Растягиваю побольше, чтобы не менял становись, только поэтому чекбокс снял. Низковато, да? Окей. Добавляю реверберацию сюда. И, ну, возьму Black Hole. Отличный ревербератор для таких сразу пространств. Смотрите. Да. Можно добавить Effectrix или Effect Rack. Effect Rack. От компании Sound Toys. Можно тоже Тантру. Это уже у кого что есть. Давайте какой-нибудь. Пусть. У меня получился аккорд практически, да? Ну-ка, поменяй местами. За счет эффектов, получается, я, ну,
Уже и тональный элемент получил запросто. Во, вот это хороший пример, смотрите. Был просто сильно искаженный звук. То есть я по факту могу даже взять вот это же, то, что записал выше. Сильно исказить. Дисторшном. Devil Lock. Любой дисторшн. Во. Давайте, мне надо, знаете, какой пожестче декапитатор. Допустим. Я это превращаю все в аудио. Да. И добавляю также ревера. Да. Что еще можно сделать? Давайте сделаем... Я сейчас пересоберу просто с нуля. Изменение высоты. Waves Sound Shifter, как вариант. То есть эффект, который меняет высоту звука. Pitch. Пусть это будет Sound Shifter Pitch. А вот Pitch Shifter родной риперский можно попробовать. Да? Автоматизировать его. Как вариант. Только его перед ревером. Срезаем лишний низ. Вот получили эффект. То есть простейшие какие-то звуки вы можете использовать для вот этих вещей. Причем вариант просто обозначить акценты там хлопками, топотом, голосом. И вариант использовать этот же материал в качестве основного. Да? Ну, то же самое. Можно еще автопан включить, чтобы по панораме он прыгал. Похоже, очень звук. Еще фишка в том, что это уникальные звуки, их нельзя будет скачать в библиотеке, да? Здесь вот то же самое. Микрошифт. Это хорус, чтобы сделать стерео. Эффект трек. Мультиэффект там. Дилей, повтор вот это. Devil Lock — это искажение. Тантра. Вот без нее. Вообще без ничего вот так было. Это пол просто, да? Запиченное, да. На две октавы. Little microshift сделаю стерео. Слышно, да? Без. В центре. С ним. Эффект трек создаст хвост. Много ревера, да, просто. Devil искажение создаст. И тантра это ритмически уложится. Что еще есть? Так, что у меня там? А, тантра тут остается. Дальше что у нас? То же самое. То же самое. А, этот трек мы разбирали. Это разобранный трек. Я просто замьютировал, чтобы не звучало там, где не надо. Что еще?
А, это эффекты из библиотеки, да? Голограммы всякие. Но я тоже на основе одного эффекта собираю несколько за счет изменения питча, скорости. Вот эти транзишны. Зачем мы сделали вот это, например? Да? Ускорение. Ну, вверх. К взрыву, да, подойти к этому, ну, условный взрыв. Да, и в конце, ну, как будто, не знаю, двигатель заглох, это у кого насколько воображения хватает. То есть это чисто творческая такая уже штука, но мы применяем простейшие эффекты по сути-то. Все те же самые эквализации, реверберации, изменения питча, ускорения, хорус, там дисторшн. Ну, просто голограмма, но это так. Можно, кстати, ее по панораме сдвинуть так, например, да? Чтобы с одного канала в другой звук перешел. Это автоматизация уже параметров. А дальше пустой трек какой-то. Это что? Тоже голограммки. И смотрите, я изменил содержание таким образом, чтобы оно было, ну, лучше синхронизировалось. Именно под картинку. Если я не успеваю слишком быстро, вот в Reaper удобная штука RAID. Да, я могу прям помедленнее все это дело рассмотреть, послушать. И последний это ambience, да? У вас было бы круто добавить какой-то постоянный там. Тоже огибающая пича встроенная, которая вот этот эффект реализует. Там. А сам звук исходный, он вообще без эффектов. А, ну, тут все равно эффекты, они там эквалайзер был. Просто из библиотеки Ambience Shape Это можно, не знаю, холодильник записать и сделать его пониже, будет то же самое, добавить ревера, искажение немножечко. Ну, я показывал, как из голоса сделать подобные штуки. А если записать какой-то вентилятор, ну, на тот же рекордер или даже на гарнитуру, мотоцикл, не знаю, как мы чиркаем спичкой, зажигаем зажигалку, сделать тоже такие, покреативить, в общем, поискать, получится. Ну, масса уникальных звуков, которых больше ни у кого нет. Так, важно, чтобы на мастере у вас был лимитер. Не обязательно этот или какой-то другой, чтобы любой лимитер у вас был и не было превышения уровня.